Они вошли в местные советы, чтобы изменить к лучшему состояние дел в своих населенных пунктах, а не с целью демонстрации идейных разногласий между партийными формированиями. В этом видят свои обязанности большинство народных избранников района Шулдынешть. Начиная с самых первых заседаний местных советов, советники большинства населенных пунктов объединили свои усилия во благо улучшения жизни сограждан. И не редкость, когда авторами многих инициатив и проектов становятся представители самых разных политических формирований. У нас скопилось много проблем, поэтому мы сосредоточили усилия для решения поставленных задач на благо всего общества. Уже никто не принимает во внимание, от какой партии ты избран. Если ты эффективно работаешь и предлагаешь что-то нужное, то тебя все поддержат. Во время опроса респонденты особо подчеркнули тот факт, что местные советники не вступают в демонстративное противодействие с примарами. Более того, народные избранники поддерживают все начинания руководителей городов и сел. Нужно, чтобы и примар прислушивался к советникам, и они, в свою очередь, тоже проявляли мудрость и понимали, что примар старается не для себя, а работает во благо всего общества. Советники и примар сотрудничают между собой. Он умеет с каждым находить общий язык, и это дает хорошие результаты. Общение всегда результативно. В обсуждении тех или иных вопросов присутствует партийный интерес, но мы стараемся широко обсуждать все проблемы в профильных комиссиях. Я, как примар, прилагаю усилия, чтобы все обсуждения проходили открыто, чтобы убедить советников в необходимости принятия решений по имеющимся проблемам. Конструктивное начало в деятельности народных избранников превалирует и на уровне района. Районные советники проявляют взаимодействие в поисках решений для каждой сложной ситуации. Партийные интересы никуда не делись, но когда обсуждается очередная проблема, затрагивающая жителей района Шулдынешть, то партийные интересы отступают на второй план. Именно так обстоит дело в районном совете. В районе Шулдынешть действует 24 органа местной публичной администрации, в том числе и районный совет, состав которого насчитывает 27 районных советников. В общей сложности наряду с 240 сотрудниками местной публичной администрации на благо граждан трудится и 250 народных избранников.